Мужики, всем здорово. Короче, приехали на вечерку постоять. Никуда не ездю я сейчас, чтобы лазить, искать там где-то. Смысла нет. Вся утка в траве, и не выгонишь ее даже с собакой, очень сложно. Она практически не летает. Вот. Хочу извиниться за то, что долго не было роликов. Я знаю, что некоторые этого ждали. Вот. Объясняю, почему такое дело. Собрался на открытие. Собрал обе камеры. В одном месте у меня мешочек такой есть. От видеокамеры, от цифровой. Я две экшен камеры в нее ложу. И, короче, собираюсь. Уезжаю, забываю. Потом не могу вспомнить, где оставил. И, короче, вот так вот получилось. Нашлись только на днях. Вот. Где мы будем сейчас? Возможно, кто-то смотрел весеннее открытие, где мы с Мишкой охотились на селезня, где двух селезней брали. Охотились примерно вон там. Вот как-то. Ну, где-то вот здесь вот. Наверное. Вот там, где-то вот тут, на берегу как раз перед кустами. Сейчас даже лазить нигде не буду, вся надежда на саян. Прошлый выход, поторопился я, камеру не взял. Он с камышей мне выгнал не то двух подранков, не то линяет она. В общем, не взлетели они, по воде прохлопали. Вот я двух сбил, и получается одну сбил в лед. Вот, в группах есть люди, наблюдают за мной. Спасибо отдельное, кто активно себя ведет. Ну а сейчас вроде пока все.